Пакистан придает особое значение отношениям с Азербайджаном, стремится укрепить двухсторонние отношения в сферах туризма, торговли, обороны и энергетики. Об этом заявил президент страны Ариф Алви в беседе с новоназначенным послом в Азербайджане Билалом Хаи в Исламабаде. Президент отметил, что Пакистан и Азербайджан имеют глубокие экономические, политические, военные и культурные связи, и призвал посла сыграть свою роль в увеличении объемов двусторонней торговли, передают пакистанские СМИ. Ариф Алви выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку Пакистана во время пандемии коронавируса, в частности за репортацию 522 пакистанцев, оказавшихся в затруднительном положении. Президент выразил надежду, что Билал Хаи в качестве нового посла Пакистана в Азербайджане внесет свой вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.